Ритм современной жизни порой ширмой отделяет нас от истинных ценностей. Важность творчества и созидания для большинства остается на обочине будничной суеты. Тем не менее, почитатели литературного и музыкального творчества продолжают культивировать в себе любовь к поэзии и нести ее людям. Для таких людей организовали литературно-музыкальный салон в Десногорске. Очередная встреча состоялась в читальном зале Центральной библиотеки города. Декламация стихов собственного сочинения в исполнении их авторов перемежалась известными произведениями, которые зачитали поклонники творчества поэтов. Музыкальные произведения посвятили знаковым фигурам авторской песни и эстрады, таким как Булату Акуджаве и Алле Пугачевой. Творчеству Михаила Глинки посвятили выступления на фортепиано и скрипке. Подобные вечера радуют как зрителей, так и участников. Мы все воодушевились. Я узнал некоторые факты из жизни знаменитых людей. И вообще это очень здорово. Мы развиваемся, жизнь не стоит на месте. Тема любви, войны, отношений между людьми еще раз показали все разнообразие мира поэзии и музыки. Наши мероприятия рассчитаны в первую очередь на позитив. Поэтому мы всегда рады видеть наших горожан в нашем зале, на наших вечерах. На таких вечерах всегда рады новым участникам и тем, для кого поэзия не просто слово. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.